В Алматы прошел первый международный фестиваль классической музыки «Forte Music Fest». Казахстанцы 3 дня наслаждались бессмертными произведениями выдающихся композиторов. Это удовольствие ценителям прекрасного подарил «Forte Bank». Наши корреспонденты побывали на этом очаровательном мероприятии. «Forte Music Fest» открыл двери в мир классической музыки как искушенным любителям, так и начинающим слушателям. Подобный фестиваль в Казахстане прошел впервые. Лучшие произведения выдающихся композиторов – Шопена, Моцарта, Вебера – исполняли виртуозы из Казахстана, Армении, Хорватии и США. Главная миссия «Forte Music Fest» – разбудить в казахстанцах тягу к прекрасному. Организатором культурного события выступил «Forte Bank». Мы просто хотели поделиться тем, что называется, богатый. И приехали мои замечательные коллеги, мои замечательные друзья. Подобралась прекрасная команда, собрали прекрасный репертуар. Пианист Дмитрий Новгородский приехал из США. Там он обучает студентов музыкальному искусству. Говорит, что интерес к классике растет. Вечная музыка пробуждает в людях самое прекрасное, а порой служит толчком к новым открытиям. И, может быть, сейчас среди нас есть классики, которые через 50 лет будут чествовать как Бетховена. А мы пока их считаем какими-то ультрамодернистами, еще не признаем, считаем, что они революционеры-бунтари. Так все великие композиторы прошлого начинали. Билеты на все 3 дня вперед разобрали задолго до начала фестиваля. Получить их можно было абсолютно бесплатно в кассах Казахской государственной филармонии имени Джамбыла. Фестиваль прошел с аншлагом. Организаторы надеются, что «Forte Music Fest» полюбится казахстанцам и станет ежегодным. Ирина Евгеньева, Яна Городецкая, Данияр Жусупов. Информбюро, 31 канал.